Приветствую! С наступающим Старым Новым Годом! Первые пошли, мои роднульки. Как я говорю, нам везет. У нас всегда есть контрольный выстрел. Старый Новый Год. Поэтому пока вы собираетесь, и я вам расскажу, в чем его уникальность, в чем его такая особенность именно в этом году и что мы будем делать. Нам не важно, что когда-то было там в прошлом. Звук отличный, умничка, любочулюлю. Вот. А каждый год оно все меняется, каждый день оно все меняется. И поэтому мы смотрим здесь и сейчас. Мы не живем вчера, мы не живем завтра, мы живем сегодня. И поэтому мы смотрим, как именно сегодняшняя история, она нам благоприятствует. Брест. Все уже собирайтесь. А что хочу сделать я? Я хочу сейчас сделать при вас одну вещь. Очень важно. Так как у нас последние остались там 9 дней, может быть там 8 недель до перехода Плутона, выхода, то есть Плутона из знака зодиака Козерог, где он нас всех держал в тюрьме последние годы. Вот, Водолей, свободный знак, а сегодня еще у нас Луна в Водолее, и у нас старый Новый год тоже в Водолее. Свобода, информационное поле, творчество, коллективное мышление, коллектив, короче, освобождение. И оно сегодня у нас для меня благоприятно. Помните, я в Таиланде, когда была на последнем герое. Для всех, для нас. Инста-семьи. Завязала вот эту ниточку. И сейчас я буду ее утилизировать. А так как вы все соучастники всего мероприятия, вам тоже придется за этим немножко понаблюдать. Смотрите, есть один из моментов. Очень много людей бывает в разных местах. И когда вы бываете в таких местах священных, святых мест не бывает, бывают священные какие-то истории, вот, вы стараетесь сделать ниточки. Это память, это ваши желания, ваши какие-то задачи, намерения. И вот вы их носите, как вам сказали, до победного, пока она не порвется, пока она там не сотрется. Вот. И наступает момент, когда это вас начинает раздражать. Когда вы уже запарились прятать это под этот рукава, еще что-то. Есть такие люди. И это первый признак того, что работа сделана, все, закончено. У каждой вещи не бывает вечного срока. Это на время, на ситуацию. И поэтому, когда с вами возникла вот эта внутренняя ситуация, не надо там думать, блин, да когда же она порвется? Да? Вы уже не думаете о том, что здесь. Ваше желание, ваше намерение, ваше обещание, ваш обет, ваша внутренняя аскеза. И получается, вы нивелируете состояние и обесцениваете все то, что вы сделали. Поэтому наступил такой момент. Походите 3 дня, почувствуйте еще. А после этого абсолютно спокойно берете ножницы. А вы знаете, что у меня нет никаких пустых предметов, у меня что-то, да что-то значит. Да? И эти ножницы мне присылали из Казахстана путы перерезать Руслану. Вы берете спокойно это все. Отрезаете. Я благодарна тому периоду, той возможности наблюдать за этим, проживать, когда я смотрю на нее, я понимаю, я вспоминаю и делаю определенную работу. Чуть-чуть напомню. Помните, мы, чтобы не забыть, ставили там крестик. Память, внимание. Вся наша работа, все, кто здесь в инстасемье, должны понимать. Все, что мы делаем для того, чтобы научиться внимать и быть при здравой памяти и наблюдать за собой. Отработала, благодарю. И что дальше? А дальше все просит. Та-да-да-да. Абдулла, поджигай! И вот здесь она будет догорать. Вы же понимаете, сейчас монтаж. Раз она все. Нет. Такие нити очень долго горят. Такие нити очень сложно горят.
они поджигаются очень тяжело. Почему? Потому что там колоссальное количество не только энергии, но жирной кожи, масел и все остальное. Вот. Поэтому прогорать оно будет достаточно, возможно, у кого-то долго, у кого-то быстро, но оно прогорит. Иногда бывает отвратительнейший аромат. И это тоже нормально. Система безопасности сохранена. Действие мы сделали. Благодарю. Это закончилось. Поэтому мы сейчас будем приступать к сегодняшнему дню. Так, эфир завис. Мэйджик в прямом эфире. Да. Смотрите, те нити, которые вы делаете на здоровье, те нити, которые вы делаете шерстяные, тоненькие, на какой-то период времени, на снятие какой-то информации о болезни, она у вас действительно должна стираться сама по себе. Почему? Потому что она не делается плотной, она не делается крученой, шелковой, не делается. Не надо себя привязывать к обстоятельствам, к тому времени, в котором вы были. Вот. Эти нити, они действительно самостирающиеся, разрывающиеся. У каждого есть все. Каждый имеет свое значение. Даже вот, смотрите, помните, несколько лет назад у меня были вот такие подвесочки слюдовые, которые, вы думаете, я только вам, да, говорю, вот эта классная штучка, да? Вот, это как раз и у меня есть она, и у меня, и если я что-то делаю вам, она у меня тоже есть. Вот, осталось. Возвращения к ним не бывает. То есть тот период уже закончился, и я это сделала. А то, что касается, нормализовался эфир, спасибо, отлично. Знаете, видите, как хорошо? Колядками прям слово рифмуется, ух как! Вот, и то, что касается колец. У меня уже коготь, у меня же два коготка дракона, да? Он у меня уже коготь один напополам вот так разломался. Представляете, просто какой объем всего происходит, да? Вот, и все жду, уже новый сделала себе. Второй. И жду, когда же сотрется вот это золотое покрытие, тогда точно рабочий инструмент начнется. Для тех, кто взял вот это колечко, я сказала, я вам скажу, что с ним и как с ним. Здесь голова и хвост дракона. Это для меня очень важная история, потому что сейчас, с точки зрения астрологии, происходит... Вообще у каждого человека есть голова и хвост. В натальной карте гороскопа северный и южный узел. О них я вам расскажу. Расскажу их легко, чтобы было вам понятно, чтобы вы посмеялись, то, чтобы нашли, задумались и правильные решения нашли. Так вот, здесь как раз есть северный и южный узел нашей жизни. То, с чем вы родились, и то, к чему вы идете. Поэтому там закладывается другая информашка. Вот, но насколько я знаю, их, кажется, нет. Или, ну, с работы я еще их не выпустила, там, в другую партию. Вот, голова и хвост дракошки. Да, Ташечка, вот оно. Это то, что я к тому, что то, что я делаю, то, что я рекомендую вам. И это я делюсь с вами только тем, что я очень люблю. Этим не поделюсь. Это звездчатый сапфирчик. Вот, это мой наборчик для меня. Итак, все, поболтали. Столько, сколько нас есть, столько мы и будем слушать и начинать, а все остальные пусть догоняют в других эфирах, в телеге и на ютубе. Начинаем. Итак, сегодня 13 января 2024 года. По нашей традиции, на нашей территории, по старому календарю, который мы никак не можем отпустить, и я думаю, никогда не отпустим, у нас идет старый Новый год. Вот эти две недели, которые происходило смещение, замещение, образование высокосного года, не страшного, а одного из годов, который на один день больше, на один день происходит событий больше, как радостных, так и трагических. Не надо вешать всех собак на высокосный год. Всегда привожу пример. Первое. Катастрофа. Чернобыль, да, но не была чернобыльская катастрофа в высокосный год. У нас сейчас, в 23-м году, катастрофа была, вот военные события, которые происходят там между Израилем, Газой,
катастрофа, дети умирают, все страшно, но это не високосный год. И так я могу перечислять очень много, включая Великую Отечественную войну. Если кто-то скажет, а она началась раньше, да, в 39-м, в 39-м тоже этого не было. А если вы хотите уйти в тайные знания, а она планировалась високосный год, все это не есть объективная наша жизнь. Планировать можно, рожаем позже. Такое тоже бывает. Так же, как с плохими и с хорошими делами. Бояться високосного года не надо. Надо радоваться и жить, что есть, на один день больше, когда вы проснетесь и скажете: «Я живая, я живу». И сегодня у нас Луна находится в Водолее. Водолей – это состояние, когда у нас, я уже сказала, все трансформируется, все информационное поле меняется, свобода, творчество, коллективное мышление. А еще для всех уже зараженных этим ретроградным Меркурием хорошая новость. Тот Новый год, который уже прошел, в принципе, он уже для нас старый, сегодня у нас новый, вот, он как раз был на ретро-Меркурии. И в этот день я понимаю, что вы собирали, как загадывать желания, как что-то строить, как что-то делать. Вот. Но мало кто говорил о том, что не надо с 31 января на 1 января загадывать глобальные планы и строить там глобальные, то есть планы строить, а желания загадывать. Почему? Потому что планеты создали такую обстановку, чтобы вы успели. Для Вселенной это обычный день, чтобы вы знали. Там у них нету праздников тех, которых у нас здесь. У них там свои шабаши существуют. Вот. Но если вы отмечаете, эгрегор Земли отмечает, большинство людей отмечает, значит, все в этой энергии, а энерготворящие – это мы, люди, живые, мы даем эту энергию, раскачиваем, а также нагреваем солнце. Вот. А в этот момент времени, раз все уже готовятся к тому, чтобы отпраздновать этот праздник, хотя бы правилами пользуйтесь. Вот. И на том состоянии энергии планет, которые были, было важно, если вы загадываете желание, да, загадывать желание, завершить какие-то недоделки, поставить себе цель, наконец-таки разобраться со всеми вот уже геморроями, которые есть в голове, в теле, в отношениях. То есть что-то нужно было из желания писать так. Готовы рассмотреть, что у меня застряло, что мне мешает. Готова распрощаться, сделать вот это, вот это. Вот эти документы надо сделать. То есть вы загадываете завершение дел, которые не успевали делать не только в прошлом году, а годы. Потому что планеты не выбирают, не делятся на календарные годы. Их энергия распределяется за пределами 365 дней. Но если есть точка, пожалуйста, вот в этот, с 31 на 1 было очень важно завершить старые дела. Мало того, у нас там было очень так плавненько подошло полнолуние в ракушке семейное. И поэтому у меня была операция бабушки, я уже об этом говорила. Со всеми родственниками, семьей мы это обсуждали. Давали дань тоже прошлому. По Меркурию отработали нормально. Меркурий, претензии есть? Нет. Дальше пошли. А вот сейчас у нас случаются правильные вещи, правильные события. 11 числа было новолуние, новолуние в Козероге. А что происходит? Это как раз тот день, единственный день в году, когда Луна в Козероге. Вот эта эмоциональная наша такая красавица, мы эмоционируем тоже, потому что получаем эту энергию. А она у нас была в Козероге. А Козерог – это серьезный пацан, вам должна сказать. Ушел, хочет. Так, пожалуйста, отчитайтесь мне по графику, чем собираетесь заниматься, когда вы все-таки будете заканчивать свое образование, ага, куда вы хотите на работу устроиться. У нас здесь скоро будет статья за этот, как это называется, когда они работают, вот эта статья будет. А, так вы еще и ленивый, нереализованный. А вот так вы, у вас ничего нет. Что вы мне здесь сказки рассказываете? Балаболов, извиняюсь за выражение, пиздоболов и веселителей достаточно. Вот так у нас в это новолуние козерожья энергия через Луну, вот, с Сатурном рядом, говорят о том, чтобы, ребята, план пишите, вот просто возьмите листик, ничего страшного нет, сели, выстроились и начинаете писать. Что есть, тем показываю. И пишите свой план. Это тяжелейшая работа,
тяжелейший. Поэтому я заранее вас готовлю, предупреждаю, говорю, что и как надо делать. А, по крайней мере, я не учу вас жизни. Я просто говорю, вот это было бы очень даже сейчас не то, что выгодно, а рационально сделать, как козерог, понимаете? Это мое было день рождения. Вот. А, по козерогу, по луне. День рождения у меня 16 января. А, представляете, у меня и козерог, и луна в козероге, и солнце в козероге, и меркурий в козероге. Ценный экземпляр. Вот. А, в этот день просто пишите. Плюс 3 дня еще, понимаете? 3 дня. Несмотря на то, что луна уже водолей, но 3 дня еще нормально. Вот. Вы пишете вот этот весь план. А вы фиксируете для себя события. Для чего это делается? Не для того, что вот это все сбудется. Нет, вы себя систематизируете. Мы вошли в это время, когда нам необходимо систематизировать свой мозг, свое тело, свои действия определенные, чтобы мы не вышибались в разные другие стороны, не отвлекались. Мы очень часто отвлекаемся даже от исполнения собственных желаний, мечт и важной миссии вашей души, потому что у нас нет реперных точек, на которые можно опираться. Вот. Очень тяжело тем людям, которые абсолютно свободны, очень тяжело людям, у которых нет ответственности, очень тяжело людям, которые не зависят от событий своей собственной жизни. Понимаете, какие я вещи говорю? Не свобода, зависимость, да? Это очень важная вещь. Свобода – это понятие иллюзорное. Нам необходима ответственность перед своей жизнью. А для того, чтобы мы были ответственны перед собой, нам необходим партнер. Партнер – это общество. Партнер – это коллектив на работе. Партнер – это по личным отношениям. Партнер – это дети. Потому что мы в этот момент, говоря что-то, либо это обещая что-то, мы фиксируем события и как бы себя протаскиваем для того, чтобы это сделать. Понятно? Поэтому для этого нужно, чтобы мы каждый раз смотрели в этот ежедневник, открывали так – ага, что я сделала, что не сделала, вычеркнуть. А вот это событие, вот это вообще не надо. Я хотела купить холодильник за 250 тысяч. Зачем он мне нужен? Вычеркиваем. То есть, понимаете, вот тогда, когда вы внимание к этому уделяете, вы имеете право корректировать то, что вам не надо. То, что вы уже выросли. Может быть, додумали до того, что это было неважно. Но когда есть этот план, оно офигенно. И план этот пишется так глобально. Все остальное корректировка. Раз в год на Луну в Козероге. Мы это уже сделали, сейчас еще можем доделывать. А так как у нас это все, что касается глобальности, да, такой, с учетом того, что сейчас, сегодня у нас планеты стоят офигенно, нету тех главных ретроградов ни в Сатурне, ни в ретрограде, ни Венера, ни в ретрограде, да, у нас все хорошо, и получается, что сегодня у нас тот наш самый Новый год. Репетиция у нас была, а сейчас контрольный выстрел. И сейчас, когда прошла суета, когда нету вот этого загона 12.00 и там ахалай-махалай, еще чего-то, вы спокойно, без всякого наряжания стола, вы спокойно делаете маленький для себя уголок. Получается семьей сесть? Офигенно. Не надо на ночь жрать-то. Вот, ночных жриц вот так. Их уже скоро надо будет этот каталог из них делать. Вот. Просто делайте что-то легкое за столом. Но здесь нужна вода, жидкость. Не просто же так желание пишется, потом зажигается, это в шампанское кидается. Вот хотите, сделайте шампанским. Неплохой, природный должен быть напиток. Виноград рос на земле, нормально. Газики в нем есть, воздух в нем есть. Энергия воды, воздуха, в стакане, это земля, стекло, кремний, стекло же это кремний, земля. А еще когда вы эту бумажечку пишете что-то, вы фиксируете мозг, а еще быстро хотите это сделать, выстраиваете со скоростью, энергия туда дается, написали это желание, потом его сожгли, ваши глаза смотрят на эту бумажку, а она у вас горит, вы во внимание этого всего горит, туда бросаете. Вода напитывается этим желанием, а вода программируется. Программируется, шампанское можно заменить водой, кто не пьет, у кого там аскеза. Вот, водой информацию получил, и вы это выпиваете. То есть получается, вы эту информацию еще внутри себя осваиваете. Вот в чем заключается чудо исполнения желания. Ваше внимание к тому запросу, который вы даете во Вселенной. Вы его даете в первую очередь себе.
у вас внутри есть это желание. Поэтому вот это, вот этот самый ритуал, вот это веселое такое, я вам даю объяснение, почему это работает. Потому что вы во внимании, потому что вы это делаете. Потому что вы, когда прописываете, у вас есть действие, рука, что написано, не вырублено, да, вот из этой серии, да, хотя еще и слово не воробей, вылетит, не поймаешь, все работает. Все работает, слово тоже работает на вылет. Почему? Потому что волновая у нас история идет. А еще Луна Водолей. Поэтому вслух проговорите. Видите, как мы еще усиливаем, да? Ваше желание, когда прописали, а то там говорят, чтобы соседи не слышали, там, что родственники не слышали ваше желание, да? Прописали, взяли, вот сожгли, положили в эту фужер, стакан с водой, взяли ручками этот стаканчик и проговорили водички ваше желание. Точно никто не услышит. Вот. Угу. И выпили. Будущего внимания. Вот я рассказала механизм, почему это работает. Когда ваш мозг будет понимать эту историю, у вас ваше понимание желания станет более ценным. Понимаете? То есть это не просто так: хочу туфли, хочу рубашку, хочу выйти замуж, хочу, хочу. Хочу дальше. Вот. Но в момент, когда вы прописываете, вот даже хочу, желаю, принимаю, вплоть до того, что прошу сделать меня вот внимательной к знакам, которые происходят, вот это тоже могут быть желания. Список желаний вы можете продолжить и после того, как вы выпили основное. Некоторые могут выпить, вот, сжечь вот эту бумажку, сделать ее. Вот в этот переход с боем курантов. Сегодня тоже будет 12 часов. Представляете, каждую ночь бывает. 12, с нулей, ну, все переходит. Вот. Сделать какое-то одно такое большое глобальное желание. Я хочу быть живой и здоровой. Я готова слышать то, что происходит внутри меня. Я готова жить своей жизнью. Вот это может быть основным, главным желанием. Выпили вы водичку, шампанское, неважно, чокнулись, сделали это объединенное между своим коллективом. Это очень важно, с кем вы встречаетесь, с кем вы делите эту еду, эту воду, эту стол. Очень важно, энергия всех будет касаться. После этого никто вам не запрещает сесть и не план уже писать, а сесть и писать свои желания. Вот выписывайте их, начиная с чего угодно. Желаю, хочу, трусики от Дольче Габбана. Пусть это может быть ваше желание на сегодня. Не надо думать о том, что кто-то вас осудит или кто-то что-то скажет. Пока оно не выписано, пока выписано. Вот пока вы его это не выписали, пока вы об этом не подумали, вы не поймете, нужно оно вам или нет. Очень часто бывают иллюзорные чужие желания, которые вы проживаете. Поверьте мне, иногда вы, покупая сумку, гоняясь за ней, Гермес, Киллиан, вот это, да, гоняясь за ней, вам кажется, что вы хотите эту сумку. А на самом деле просто это модно. На самом деле просто есть у кого-то. Вы видели, как какая-то Маша или там Саша говорили: «А, если эта сумочка, я ее так хочу, я уже вижу, как она у меня на ручке висит, как я с ней хожу, с этой лялечкой, малепусечкой». Вы заражаетесь ее эмоциями. Вы хотите получить ее результат от этой сумочки. И получается иллюзия. Вы переманиваете, одеваете на себя и примеряете даже чувствование, как эта сумочка у вас будет. Сразу скажу, неудобная. Угу. Честно. Она маленькая. Что туда положишь, да? Это как у меня. Вот для понтов, для образа и кошелка рядом. Нет, она просто неудобна. Мне. Вот этот тренд, они должны всегда открытые быть. Особенно большие сумки. Потому что пока ее застегнешь, пока расстегнешь, это мне очень хорошая история, может быть, там для вложений. Есть девочки, у которых есть по 3, по 4, по 5 сумок этих, они в коробке, они их даже ни разу не выгулили. Только один раз фотографию сделали, и все. Вот. Но опять же, и это пишите. Вот вы напишите этот список желаний. Хочу уехать на море, хочу поехать туда. Желаю вот этого, вот этого, вот этого. Все, пожалуйста, о себе. О себе, а не о том, что свет во всем мире, мир мо миру мир, вот это все отдельная история. Сейчас начните с себя. Вот когда выписали уже, а потом можете перейти к семье. Вот знаете, как камушек кинули, бумлик, вот этот камушек это вы.
Все, что... И потом идут вот эти круги. А вот эти круги – это те, кто рядом с вами, кто с вами спит, кто находится с вашим, в вашем пространстве, это кто вот это дома, да, о ком вы думаете, да, это дети, родители, вот понимаете, да, потом друзья, коллеги и потом уже весь мир. Тогда будет честно. Тогда будет честно. И обращайтесь к этому списку своих собственных желаний хотя бы там раз в 3 дня, раз в неделю. Сами график себе выстроите. Когда вы выстроили себе график, вы уже знаете дисциплину. В этот момент времени вы, опять же, не проверяете, исполнилось, не исполнилось желание, а проверяете годность, срок годности этих желаний. Нужны они вам, не нужны они вам. А может быть, энергия уже пришла другая. И следующий момент. Если вы, например, написали себе такое желание, я хочу, готова пройти обучение на летать на вертолете. Написали его себе. Вам пришла энергия. К вам стали приходить такие книги, приходить какие-то знакомые друзья. Они говорят, слушай, мы сейчас пойдем, у нас сейчас 40 часов налета должно быть, мы идем летать. Ой, костюм такой классный для вертолетчиков, крутой такой, прям моднявый-моднявый. Смотрите, вам придет эта энергия, так же, как придет информация об этом. И со всех сторон она будет вас пичкать. Но если это идет, сделайте шаг, позвоните, договоритесь, придите на занятия, пройдите эту физику, математику, которую надо учить там, начните действовать. А вы же тратите очень часто энергию, которая дана по вашему якобы сильному желанию, на что-то другое. В этот же момент времени вам говорят, ой, а поехали мы сейчас этот аскезу возьмем в Непале. Вот. Да, конечно, вас прет. Вот и получается, что одно желание не смогло случиться, потому что вы энергию, которая дана была на это желание, и горели вы тогда им, оно перетекло сюда. Бумс, и нету. Мало того, вы можете прийти на эти занятия, посмотреть и сказать, что-то у меня голова не варит, это было, наверное, ошибочное. Вы имеете право. Я хозяйка своего слова, я его дала, я его забрала обратно. Вот. Ну, то есть вы имеете право пересмотреть собственные желания. Это не обещание кому-либо, это не клятва, поклялись там и все, до конца, идти плакать, не хочу эти лабутены уже, но я почему-то их написала, буду их носить, это же было мое желание. Отвратная обувь для меня. Вообще каблук неудобный, стоять невозможно. Вот. Но тайна есть, и я в Гуанчжоу купила себе, я не знала даже, что такое тогда, сколько, 13 лет назад, лабутены, да, я купила себе удобнейшие туфли офигенного качества, которые я носила лет 8, оказалось, это реплика лабутенов, колодка у реплики охрененнее, чем у оригинала, потом 4 пары лабутенов я просто отдала в комиссионку, настоящих уже. Вот, поэтому вы также можете пересматривать свои собственные желания. Вот, что еще? Так как мы перешли к важному такому моменту желаний, я сейчас добавлю о нем кое-что, почему они не исполняются. Сейчас я сказала лайтовые варианты, да? Вот, а вообще, как всегда, целый семинар можно провести, почему желание не исполняется. Ну, подсказочку дам. Смотрите, сегодня, еще раз говорю, сегодня мы живем сегодняшним днем. Энергии стоят офигенно. Там астрологи говорят, что Марс там с Юпитером вообще сейчас вась-вась, там все хорошо у них. Венера тоже в очень хорошем положении. Кто-то у нас там вообще все планетки так подсобираются, все готовится, знаете, как на киноугурации, знаете, провожают с почестями Плутон из Козерога, чтобы Водолея полегче стало. Так вот, время благоприятное, поэтому решайте все вопросы. Будьте честны перед собой. Доставайте из загашников своего мозга все то, что уже залежалось. Прекращайте жить иллюзии. Вот он есть факт. Вот оно. Вот это ваше рядом, живое, находится. Мечты офигенно, но есть иллюзия, лень, надежда на то, что кто-то что-то сделает за вас. Нет? А почему не сбывается желание? Маленькая просто подсказка. Вы помните, что вы желали и что вы исполнили? Это первое. Много нажелали, многое не исполнили. И вот именно у вас вычеркивают. Знаете, как бюджет
надо расходовать до конца года. Если выделили миллиард городу, а он его не успел освоить, освоил там 600 миллионов, на следующий год ему дадут меньше миллиарда в бюджет на следующий год, потому что видят, что он не пользуется им, а это ему не надо. А они слишком много раздули свой штат и раздули свои желания. Поэтому можно пересмотреть и сделать это несколько иначе. Основное глобальное, то, что касается желаний, я все-таки приберегу для нашего с вами семинара. Вот так. С наступающим, настоящим, контрольным, старым, но уже новым годом. Делайте все правильно. Здравствуйте, можете сказать, что делать с кольцом дракона? Смотрите, кольца дракона разные. Ведь мы закончили, пожелание вам дала, а все равно вопрос продолжается. Смотрите, вот эти кольца дракона, которые просто лапки, я их сделала каким образом? У нас с 10 февраля наступает год дракона. Я его очень жду, потому что единственный мифический знак, он мне очень нравится, я знаю, какая энергия идет. Вот. И очень много может происходить разных событий. Поэтому я сделала лапки. Мамуль, прости. Вот. Сделала лапки таким образом, что когда вы надеваете это на палец, у вас, знаете, как вот вы, как рука, да? Вы вот так соединяетесь с этим годом и с этим покровителем, и идете рука об руку. И он рядом с вами. И вы, когда будете смотреть, всегда понимаете, это ваш год. Вот. Так как я работаю и занимаюсь с более сложными историями, я сделала, как говорится, партнерство. Я сделала две лапки. И поэтому это как бы покровительство и внимание к вашему году, году дракона. За лапки. Подержаться. Что касается этого кольца, это то, что касается, с чем вы пришли на Землю, опыт вашего прошлого, накопленный, ваша душа, которая знает, и как вам надо это все реализовать. Это помогает быть во внимании именно так называемому северному и южному узлу своей жизни. Некоторые называют по ведической астрологии Раху и Кету. То есть подружиться надо с собой и быть в центре этого всего. Вот, там заложена как раз эта программа. Правильно использовать свой накопительный опыт души, дополнить его опытом этой жизни, вот, и реализоваться кайфово-кайфово для себя. Точка внимания. Вот такая вот история. Постоянно снятся умершие роды. Буду делать короткими ответами. Дашка уже сейчас попросила, она сейчас будет мне это оформлять, такие вопросы. Вот. И еще все, кто помнит, вы же знаете, все, кто помнит о том, что мы всегда делаем на крещение сам такой ритуал на огромнейшие деньги, вот, с 19 числа, начиная, вот, с пшеницы, называется у нас так пшеничный ритуал, пожалуйста. Вот все в прошлом году, которые брали, делайте, у вас есть вся инструкция, у вас есть то, что вам нужно делать. Вы, еще раз говорю, это приобретаете для себя. И вы уже знаете, неужели такое количество, большое количество денег, которые вы получили за этот год, мозги вам запудрило. Вот. Для новичков это только с Леной свяжитесь, потому что только она в курсах, что, как и зачем, по какой технологии делается. Это для тех, кто готов взять большую ответственность в этой жизни. Для тех, кто готов. Деньги – это что? Это ответственность. Делать очень много действий. И правильно взаимодействовать с деньгами, с реальностью, с людьми, с отношениями. Вот. Да, поэтому у нас есть такой ритуал, который мы делаем раз в году. Делать его надо будет 3 месяца подряд. Залокировать. Вот. И те, кто старенький, кто его брал, инструкция есть, вы знаете, что делать, делайте спокойно. Но вот если вы просто хотите каких-то дополнений, с Леной свяжите, она вам объяснит кое-какие вещи, нюансы. Вот. Поэтому я вас люблю-целюлю, обнимашничиваю. Готовьтесь, празднуйте этот спокойный, правильный Новый год для загадывания желания. И каждый день он у нас новый. С вашим Новым годом!
Люблю, целую. Вопросы на ответы, ответы на вопросы я постараюсь сделать завтра. Хорошо. Конечно, сохраню эфир. Куда я денусь? Не на рынок же пойду его продавать. Кстати, хорошая идея. Обнимашки. Целовашки.